снега Килиманджаро. Патроны в магазине. Это вот еще 10 копеек хорошей сохранности 1984 года. Совет. Оставляем себе, находочка такая. А, еще такая вот книга. Ну, это уже... А, тоже, наверное, из старых. 50. А, это из новых, которые были вот у нас. 50 рублей. Вот такие вот. Это которые у нас старые были. Сейчас у нас новые рубли. А это старая деньга. Все в копилочку. Я вас приветствую на канале Бродяга Режиссер. Вот решил наведаться на дачу, посмотреть, что дальнейшие планы, какие дальнейшие планы будут на весну, что нужно будет делать на весну. Давайте я вам покажу, какой здесь колодец есть. Так. Вот он колодец. Такой вот. Сейчас откроем его. Тут надо его делать будет эти все. Ой-ё. Вот оно ведро. Там уже что-то вода он замерзла. Смотри. Вон она вода. Надо разбивать, либо я не знаю, оно уже дошло до уровня. Получается, если здесь, если в погребе, если будет вода, и эта вода, как говорится, покажет в колодце, если будет вода в погребе или нет, вот по этот уровень, вон он уровень. Если будет вода под этот уровень, то значит колодец затопило водой. Ой, колодец. Погреб водой затопило. Поэтому, ну, пока погреб чистый. То есть и чистый, и воды нет, поэтому все нормально. Грунтовые воды, наверное, так близко, я так понимаю, здесь. Ведро. Вот такое вот. Бросаешь и набираешь. Вот он, идет сама цепь. Открутишь. Ну, колодец надо делать, потому что он опасный. Надо его как-то сделать нормально. Вон там и щели, надо будет это все цементировать. Вот так вот. Вот оно, крутить его. Вот так вот подкручивать. Раз. Опа. И опускать. Вот так вот. Раз. Опустили. Сейчас я повешу. О. Будем воду набирать. И у меня в дальнейших планах, возможно, не знаю, как оно будет с финансами совсем, вот колодца прокопать ров. Ну, то есть такой вот траншею. Соединить, кинуть насос и соединить от этого колодца, вот от этого. И идет вот такой вот будет траншея здесь. Траншея будет идти. Вот здесь потом веранду. Хочу веранду продлить. Вот так вот идет траншея, траншея, траншея идет сюда. И веранду, наверное, по самый вот край, наверное, продлить. И сделать здесь душ, туалет, возможно. А слив будет вот идти отсюда. Ну, труба сливная. И идет вон сюда. Вот там будет сливная яма. Вот так вот. Тут надо эти все доски все убирать. Обрубывать. Вот это вот, наверное, идет яблоня. Вот на яблоня. И эту яблоню, наверное, ну, говорят, что вкусные яблоки. Эту яблоню надо, наверное, спилить. Ну, веранду не знаю, в дальнейшем буду либо убирать, наверное, скорее всего, потому что она вся свалилась. Вон даже видно. Вон веранда, надо все ее убирать от дома. Ну, дом вроде фундамент так вот целый. Тут цветы еще даже есть, вот будут расти. Фундамент целый. Ну, будем смотреть уже. С окнами я не знаю, что окна. Пускай пока оставлю, просто дом, наверное, подкрашу все-таки. Вот он дом. Обчешу его, покрашу. А вот
под газ. Под газовый баллон идет вот такой вот ящик. То есть газ будет идти туда на конфорку. В общем, вот так вот. Надо, может, какой-то сделать цветник. Этот мусор надо будет убирать. То же самое. Так, что тут еще? Тут еще, можно сказать, возле участка вот такой вот каштан большой. Я его пилить не буду, и поэтому его нельзя пилить. Потому что если бы он был на нашем участке, тогда можно. А так он находится за участком. То есть надо идти в сельсовет и уже просить. Но он такой нормальный каштан. Поэтому будет давать тень летом. И будет здесь, может, лавочку поставлю вот здесь. А и тенек, вот такой вот огромный каштан. Будет давать тенек. Здесь будет прохладно постоянно. В общем, хорошо здесь будет. Тут какие-то вот кусты. Не знаю, что это такое, ли смородина. Ну, сухие, надо это все убирать, делать. Вишняк. А вот здесь еще тоже, наверное, яблоня. Ну, посмотрю, если она, как она, сухая, не сухая. Ну, не, она не сухая. Или яблоня, наверное, яблоня. Поставлю, просто подпилю немного какие-то ветки. Вишняк этот, наверное, может оставлю. Или вишни хорошие будут, посмотрим. Так, что тут дальше идет? Вот это. Здесь, наверное, заезд для автомобиля будет. Вот сюда там ворота сделаю. Заезд сюда будет для автомобиля. Ну, тут забор рабицы уберу. Сетки. И там вот дальше поставлю новый. Ну, тоже сетки будет. Вот так вот он идти вот идет от этого, от того дома. И вот так вот вокруг обгорожусь. Это, наверное, тоже идет. Так вот идет. Вон. Это, наверное, тоже яблоня. Да. Вот так вот.